Всем привет! В этом видео расскажу, как можно сделать трубу в любом месте, где вы захотите, какое примыкание надо сделать. Для начала делается каркас из бруска 50 на 50 и обшивается USB плитой. В нашем случае стенки расклешенные, чтобы она труба смотрелась интереснее. Дальше весь каркас прикручивается к крыше. Этот каркас трубы собирался на земле предварительно. На листе USB была нарисована форма трубы. Дальше весь каркас обстреливается подкровельным материалом. В нашем случае он самоклеющийся. И следующий этап – это металлические углы 150 на 150. Они обносятся вокруг трубы. Делается сначала нижнее примыкание. Загибаются края кверху. Дальше делаются боковые, они загибаются к низу. При монтаже углов с друг дружкой соединяю битумным клеем. Боковое примыкание, верхняя часть загибается за трубу. И все, дальше обшиваются боковые стенки трубы мягкой кровлей. Сначала делается стартовая, потом вся кровля. На нижнюю часть примыкания, чтобы спрятать цвет железа, отрезаем лепестки от кровли, приклеиваем, чтобы они не выделялись. Углы у трубы после кровли закрываются коньковой черепицей. Теперь можно доводить кровлю до трубы. Обязательно на примыкании делается с битумным клеем. Верхнее примыкание за трубой, бока загибаются вниз. Под добор обязательно добавить битумный клей под углы. И дальше вся кровля за трубой соединяется. Труба готова. Осталось заказать колпак. Ничего сложного в изготовлении такой трубы нет. Главное желание, и все получится. Осталось в верхней части вырезать отверстие под трубу. Ну а пока всем пока. Подписывайтесь на мой канал, где можете посмотреть какую-либо работу. Можете посмотреть, как эта крыша строилась, как этот дом строился. Всех до новых встреч!